Давайте начнем второй кусок для начала лутать, а? Да. Вот я о том же. Так и что ты надумал насчет, если в воронке есть у чела, например? Ну вот смотри, у тебя, допустим, сейчас это. Допустим, у тебя выбиты руки и плечи, и у тебя есть 6 воронок. Так, подожди. У меня есть 3 или 6 воронок. Допустим, у тебя 6 воронок есть, мы идем и выбиваем кусок на рогу. Ты его по приору забираешь, перчи, и заходим на робота, и второй тебе дается приором кусок плечи. Вот. Типа, в чем состоял вопрос? Можно ли кусок получить вне приора или как? Не, если по приору... Не, это огон. Вопрос состоял в том, что можно ли кусок полутать дешевле, чем 500, если у тебя есть воронки. Не-не-не, я в стоимости вообще не рассчитывал воронки. Видишь, в чем фишка? Вопрос в другом. И воронки я из ГБ выдаю. Но если их там не будет, то тогда уже надо думать, как делать. Вот, допустим, у Лингрена есть... У Лингрена, допустим, фармить, я не знаю, блядь. Типа, мы и так в игре в этой живем, блядь. Три воронки надо на открытие одного куска. Пожарник. Нормально. Ну, Вадикон, да, типа. Сейчас я, блядь, секунду. Сейчас воронка 40 стоит. Ты что, на ДК собрал? Нет, нет. Вы там летите. А, я понял, он по всем персам ходит, пенсию собирает. Там, блядь, не продается нихуя. Ну, блядь, как бы ешки-то это. Как называется? Как голду кормить? Ну, блядь, пиздец. Еще так долго, сука, загружается. Я там что-то продал, сука. А, это прислали, это голду. Потом накину, короче. Так хули у тебя там HDD-диск на куске пыли лежит, блядь. Такая губка из пыли, блядь. В компе. Ебал по мне. Хуй себе, блядь. Ебал по мне. Я тебе так скажу. HDD похуй. Что у тебя там, пыль, не пыль. Аукционный, ну, дом. Так-то там открытые контакты есть, блядь, еще я, ну, в смысле... А, да, контакты открытые, где там видно открытые? Закрытых мне надо. Сюда... А кислица? Сука, блядь. Причем тут окислица? Может, воспоминания произойти? Хорош, я думал закрыть. Ну, это типа при скачке напряжения. А, при скачке напряжения может, блядь, в любой микросхеме воспламенение произойти. Ну вот, там как раз-таки есть такие открытые. Да, и на закрытом тоже есть. Также может произойти воспламенение. Ну так в закрытых-то нету пыли, блядь, внутри. Такая пыль, она тебе этот ток не проводит. Я хочу реворк Т4. Заебало это говно ебаное. Ну все, жди, блядь, послезавтра. Четверг, пятница. Ток не проводит. Ответ убил. Надо помозговать, сейчас это закроем всю эту хуйню. Я там тебе это голду скинул. Пиздец, нахуй. Я только выхожу уже письма на персах, нахуй. Да потом забей. Потом. Все, я на дрейды захожу. Я ничего не знаю. Так вы там трэш побейте. Там это, какой, ну, трэш? Мы на лане. Какой трэш? Трэш, да? Стоим возле ланы. Стоим. Где у нас... Призван написал буду через 20 минут, а где бидон? Что-то ничего не писал. Все. Призван. Плюсую. Прям фул, да, уже? Да, только там три места. Все, пиздец. Ну все тогда, блядь, 22 начнем нахуй. Сука, отойдите, блядь. Почтовый ящик нахуй не вижу. Сука. Сетский слот остался у нас. О, продалось что-то. 13 тысяч, нормально. Наконец-то. А я кем там был? Кто там, какие спеки? Ты так. Помнишь, я тебе 13 тысяч занимал? Не помню. Уже забыл. Кто хилить-то будет? Я, что ли? Давай, я похуй. Давай, хукмастер в танка. Да как? Я потом... Там холидринка, Белаша. А, хули, хорошо. Здесь был сюда. Че вот за пати, блядь? Кринж. Да, все, их распрямимся. А хуй знает. Так, давай знаешь как. Давай вот так. Давай вот так. Давай, давай. У меня полтора часа. Давай еще. На чем мы ТЛК занесем? Ладно, бенсилер топ, его не сдохнет. Еще тело где-то надо. Я каску раздам. Тебе тело живое или... Это что это, ты мне рыбу дурочка? А это мне сегодня тип по ханту написал, вопросы позадавал, я потом на почту захожу, у меня 50 рыбы лежит. Нихуя себе. Вот у тебя благодарочка, да? Да.
Так, кто спекнется? А, Мэтт Фокс, нахуй. Вот он. Есть одно тело. Вот так пойдет. Без ошибок. Хуя себе, вы в три рестора собрались. Ну, а хули, надо как-то проносить-то. Все так пронесем. Так, ну что, сапроты, в принципе, можно пить. Видите, чем пахнет, да? Я бы лучше тогда Леху спекнул. Членами. Зачем? И так нормально. Ну, шаман. Он даст, что это? Он даст дохуя. Да и хули шаман, похуй. У нас и нора, блядь. Гимны три штуки. У Катриси еще четвертый. Ну, Ватикона пятый, блядь. Нормально будет, не ссы, ебать. Ну, если они что-то делают, тебе не понравится. Ассисты дам. С ПД больше вам дам. Ван Дам? Вэлеми. Ну и Ван Дам тоже дал больше. Жан-Клод Ван Дам, блядь. Холидринг, у тебя остались флажки на... Жан-Клод Ван Дам. Нет, я вчера последнюю Зайхана что дал. Да, он всем дает. Видел, как тип-то этот... Че тебе, Катриси? Флажки на... Давай, у тебя есть на Холидринг, остались вчерашние? Нет. Я еще вчера говорил, последнюю отдаю. Так, я хуй знает, блять, а мы пили вообще? Саппроты мы пили на лече, нет? Нет, мы не на лане мы пили. Я уже так тебе скажу, в ЦЛК 25 гир я уже третья КД ничего не пил, почти. Так. Хэл, а че у тебя сокет не вставлен в плечо, забыл? Получается, я, блядь, зря перевожу, да? Так я же им почти не играл. Так, вот тебе на миликов. Мото не вставлен. Короче, я хуй знаю. Ну давай по... Бля, я не знаю по сколько. Давай. По два буду раз. Да, давай по два. Так, а где интродруди? Вадикон. Вот тебе СПД. Тоже по два. Ну примерно на 15 миликов. Там. РДДшника. Так, как бы нам не сдохнуть-то? Ну по сейвам чё? Холидринг на первой взлетке. А нахуя нам в одной пати быть, да? Давай мы раскидаемся по патям. Вот так. Оп, сюда, вот тредру. Ну что, у нас же 4 босса. Мелики, вам фаски не нужны, да? А кому там еще раз? Хотя не было. Вот так. О, короче, вот так. Это. На 5 пати, 5 друидов. На первой взлетке, короче, 5 друидов сдают спокойствие, дубовую кожу. И холидринг у нас сокру на этот. Мастераур, рарник на тьму. На второй взлетке Вилаша незыбку. И Вархель мастераур и массакру на вихрь. Ну и все, с укусами знаете, что делать. Лагов нету, все заебись. А рыбу я ставил, нет? Да. Ну что, в 24, да, тело будем? А хули, блять, мы бы молиться будем, что ли? Ну, принцип скоро подойдет. Он Эю хватайте за жопу. Давай Эю возьмем пока. Короче, кстати, тебе банки не надо, да? А по итогу кто с проходками? Не. Без проходок, точнее, ультрадру мы делаем. Кому еще делаем-то, блядь? Кто лича не убивал? На стресс вроде не убивал лича. Масло. Дайте ГБ возьму. Вот стоит. Где? Как называется дебаф от укуса? Укус вампира, по-моему. Укус бича. Сущность кровавой королевы называется дебаф. Да. Сущность кровавого воида. Так, ну все, давайте проиграем. Бича? Да. Кто МТ? МТ Вилаша. Ой, жестко было сейчас. Так-то можно было варианте в ДЦ. Куда погнали, а рыбу? Я в ДЦ. Рыба он сзади стояла, кончилось уже, блядь. Уже все погибли. Заебали, блядь. Из ДПСит. Эй, забав хоти. Пристабав там. Уже все, сейчас забав. Блять, как бы не залагать мне. Опа, надо вот это вот унести. Ворохили, дай по себе каску. Угу.
шедоу. Захандлить, что там? Захандлить, блин, сильно. Все. И шадоу. Шадоу. Да я что-то. Ой. 5, 4, 3, 2, 1. Это Гера звался войск. Сюда, Мэтфокс, сюда, Мэтфокс. Ты что, все встали? Это Гера. Тени 3 секунды, 2. Криптоэвил. Вот там остался. Бен. А, сбежались. Я не... Invisible. Че залагал? Ну, подлагает чутка. Так пойдет. Норика, наверное, пина. Пидоры, блин. Как там пошевели? Я не 5 секунд. ВПК. Бля, что-то жесткие лаги какие-то. Терпим. Хули. Пак там подвигали. Так. Следующие тени надо диспелить будет. Мадам, у тебя есть на себе антифир? Надеюсь. Элла, выноси. О, трепета там въеби, может спасет тебя. Так, расходимся. Дубовую. И спокойствие. Для кого ты... Мэтфокс, рейсер Арника. А мы укусы его проебали. Эй, этот, Войд рейсер. Давай, а куда? Эй, еще глупо жми. Я в ахуе. Обновите там пристабав, каску, орфель. Долго. Ну ты чё? Это лагает, хуйня ебаная. Всем привет. Здорово. А чё, лагает? Ну чё, есть. Там, блядь, давайте укусы не проебите, главное, шипешники. На взлетке из фулл сейвы тучки отдадите свои. На взлетку. Чтоб не сдохнуть точно. Подвигались. Так, сейчас взлетка опять. Юля на взлетке, когда взлетит, не зыб. Да ты, блядь, сука, ну. Давай. Отойдите рейндж, блядь. Ебана в рот. Нахуй. Ну, ну стресс, ну зачем ты ко мне подошел, бля? Пиздец, бичи, нахуй. Ультрадролик, Хелла Рейса. Спасибо. Я встану сам. Так, да. Так, ультрадруль, тогда Рейса и Инвизи. Сбегитесь с хуйней. Крипто. Да ебаный в рот, нахуй. Геру. Геру, сдайте уже. Давайте, 50 секунд.
Укус, укус и пиздец по топам ДД нахуй. На стрессу даете, у вас мозги вообще есть нахуй? Ясно нахуй. Подвигали спак. А хорошо, хоть передали. Мордаун. Прибыкло. А чё инвизибл не стоял? Он встал и сдох. Понятно. Да добьём. Чё там, 15 секунд ещё, 4 ляма, должны успеть. А макусы сейчас передавать. Да, обязательно надо передать. За ханочным кушем тоже кусайте. А там уже похуй, там уже всё. Похуй, кого лишь бы чё-нибудь. Лужа аккуратно рядом. Я не понимаю, когда чё-то ни ДКшников не кусают, блядь. Все туки, ребята, там, ребят, там укусы сдохли. Так, слушай, ребят, сегодня неделя, мы ДКшников одеваем. Все правильно, да, все правильно. Это я. Ребята, это... ребята, послушайте сюда. Вы, блядь, кусайте по рекаунту. Или там про по скаде, там что у вас стоит. Что вы, блядь, задник всех кусаете? Ну, может, стоим в одном паке, искать никого не надо. Прям назначил себе одного типа, нахуй, укусил его и все. Я ревогаюсь. Прыгай, тебя поймаю. Блядь, я чё, печенька рулилась, я проебал, альтавнулся. Блядь. Так у тебя там по-любому на неё приора нет. У тебя там приора нет, Захарыч. Ну а чё нет-то? Дома есть. На тебе. Давай там. На тебе обычную, блядь, подарок. Так а что там будет? Вам нужен кто-то? Или конечно нужен. Сейчас говорят, мета это 10 на ДК. Конечно да, нужен. Да, да. Хил, ДД. Сейчас посмотрим, ну, это. У тебя же проходка на обоих есть? Да, да, конечно. Сейчас позырим. На если... обоих, на стенах. Там, если будут проблемы какие-то. А чё вы сдохли? Хилы дыхают, да? А чё это за ладно. Хуйня? Да нету хила. Хилов не было. Как не было, блядь. Ультрадру сзади, Мэтфокс сзади, нахуй. Я бегу, Орхель у вас. Ну один хил. Мордаун. Да я тоже только добежал, они он уже все после виллажа подбежал. Угу. Нормально. Подбежал уже, когда убил умерло. Могу поздравить только. Чё, танк-то есть? И танка тоже нету. Я понял, нахуй. Ну контрольте мобов тогда, бейте, хули. Вот, мобов. Блин, вы хотя бы за стену не прячьтесь, ё-моё. Я пришел хилю тут. Вот полководца бейте, станьте его. Воителя. Бегите остальные, что легли. А че, блядь? ХПС есть? Сланы. Ебаня хуево там на хил. В речи я тебя скинул же. Я не видел. ХПС, ну, Вархель, Мэтт Фокс, а ты третий. Хорош. Нормально. Блять, если бы не лагивался, ножку додавил бы. Чё, где танки? Нету танков. А чё, начали тогда? Или я вела, что умерла? Умерла. Ну, потому что хилов не было, вот она и умерла. Так, обратно ультрадру вернуть. Кто там на замене, вы говорите? Кому проходка нужна? Ну, Вилани есть. Да, у меня все есть. Стан по охотнице можно, пожалуйста, зарядить? Какую-нибудь другую хуйню. Как-то это попроще, да? На новый день. А то сидишь, блядь, в этом РТ, блядь. Так хули вчера лаги были, на. Да, вчера лаги были. Сегодня тоже, но
Не настолько лютые, как вчера. Не, ну все равно. Стоп-тест не передавался. А мне хули, что вчера, что сегодня одно и то же, блин. Не, ну вчера это ж возмущалось. Это просто стою перед человеком, ему в лицо дышу, блин, нажимаю единичку, а ничего не происходит. Прикинь, хотя где-то комично это в игре выглядит. Такое тело стоит, дышит, блядь, вампира превращается, блядь. Трэш там чистить. Угу. Думаю, вайпанулись уже на трэше, стали заново пошли. Я ебу. Как бичи. А чё за ханыч там лежит? Отдыхает. Чилит. Я встал. Вообще-то гружусь. А что вы вот рветесь под ебало там к мобам? Зачем? Ну, есть какая-то логика в этом? Вот моб стоит, кастует вихрь, вот эту хуйню стрелы, да? Чё, нельзя стан дать? Или у всех 25 в рейде нету стана? О, спасибо, блядь. Скажите, как комбат закончится? Я хуею, как вы вздыхаете, это просто, блядь, Оскар надо выдавать. Зачем, блядь? Они хпс дают возможность покрутить. Не, я понимаю, там хилы подкупают, а с бабки платят там. Нет, там... Я бы платил наоборот, чтобы они не пылились, нахуй. Платят. Вы смеетесь, нахуй, но это правда жизни, блядь. У нас челики платили, чтобы в этой... Где платили? В луже на ребро вставали, короче, эти милики там, и через них цепухи кастовали, ебать. А потом челики линкуют в чат такой, этот хпс, я топ, блядь. На ладе то же самое, блядь. Потом как раскусили, что они, блядь, хпс накручивают, блядь. Просто челики в луже стоят, они им голду платят за это, блядь. Плотят. Ты плотник или чё? Я плот. В своем роде бизнесмен, да? Предприниматель. Ну, кстати, есть такая фигня. Заходи, Захарыч. Мы с хпалом платили ГДКшнику ВВК, чтобы он налутал на перефазе максимум стаков. Ну вот, видишь. Я же говорю, блядь. Потом это стычки почти фулл хп, подумайте, если крутить. Одного поля ягода, блядь. Или они вас научили, или вы их, блядь. Ну это они. Они сначала сказали, типа, сколько стаков прохилишь? Мы такие, ну давай. Миллион, скажи, прохилю. Все прохилю просто, как этот Чак Норрис, блядь. Чё, копье там есть? Копье? Ну сколько мы там удерживали? Блядь, да комбат висит до сих пор, не могу зайти. Мы танка удерживали, по-моему. На 48 или 50 стаках. Но там его почти шотало уже просто. Там до 5 хп его опускало с каждой тычкой. Ну вот чё там, блядь? Чего? Чего, блядь? Комбат висит. Что, чего? Я хуй знаю. Копия метал комбат, конечно. А где копье? Не знаю. Кинули. Первое разбили. А, я понял. Нормально. Лича бы так разбить, блядь, как это копье. Так, что у нас РСка еще по плану, да? Я пришел завтра на робот. А у меня хуярит Катрисия. Прыгни, бичи. Все не работает, я лежу. Вон пип лежит под копьем. Вы там что, Вальку забить не можете, блядь? Да. Тут пиздец криз. Ну то, что не Вальку, они это. Все, забили, заходите. И как мне теперь, блядь, встать? Вы у меня копье нахуй, поднимите. Не знаю, нахуй. Ебаный в рот. Прибили, здесь нахуй. Будешь прибитым. Чего с Ардру, нахуй, горизонтально стоит? Я сейчас с копьем вставай. Вы его не хильте, нахуй, подождите. Да, да, надо сдохнуть. Да, не хильте, уйдите. Но, надеюсь, он после смерти пропадет, этот баф. Поглощение, блядь, чего вы его хилите? Уберите эту хуйню, сними с себя бафы, ну, хиловские вот эти. Сейчас он сдохнет. Главное, чтобы скинулся баф. Да, летающий полет. Земля пухом, нахуй. Нахуй вы хилите. Бич, сука. Мордаунд. Пиздец, блядь, что вы делаете? Блядь. Я понял, нахуй. Заходи, Вилания. Я, блядь, кикни, а не меня, нахуй. Заходи, Вилания. Все просто ща, ща, ща. Выкинули. Если скинется, плачет. Если скинется, скажешь. Скинулось. Все, бля, отставить нахуй. Ладно, ладно. Дальше чили. Бичи, блядь. Ну нахуя вы это делаете? Время-то тянуть зачем? Давайте шкафчик. А, не понял. Где шкаф? У нас локов и косты. Понимаю. Шкаф дома.
Я хуею, блядь. Писал что-то? Нету сумона, беги. Бичи и некромантика писал. Блядь, вчера же. А, бичи писал и все? Да, 7 минут вчера назад. Вчера же говорили об этом, но... Предупреждаете, минут... если уходите, но... Весело, круто. Просто мега... Хайлания мега, зашли, мега, да? Мега, блядь. Ну, пачку настрой на 25. Да, 50 даже сразу. Хуя себе. Будешь сразу по-черному, да? Ну, это средняя, блядь. А бич это тоже у тебя, да, кнопочка настроена? Да, могу еще что-нибудь написать об эменах. Хочешь? Спасибо, не надо. Пожалуй, до сайта. Мы его ждать будем или что, или доберем? А, нет, он нажил, блядь, бежит. Нажмите, копейку да. свою получил да. и бежит. Рианти нету, Мудфокс. А некромантики топил ГП за шах. Ну, блядь, не знаю, блядь. Свою войну, блядь. Заебал, блядь. ФК на, не по записи. Все, пошли, я ебал стоять. Пошли, Рианти нету, похуй, поебать. Давай. Как хилить, я забыл. Ну-ка, омоложение, блядь. Вроде кнопки нажимать надо. Я пытаюсь. 1-1-1-2. Юля, ты где? Я понял. Где Юля? Да. Юля справа танчит. Хорошо. Я понял. Что ты понял? Как Юля хилить, так побежал, аж волосы назад, блядь. А пацан сам справится, да нахуй? Кто в портал это заходит? Ну, две метки, блядь. В Архиле какой-то бич там. Какой-то бич. Рушком. В туре. Я открыла портал в беспонтовый сон. Чё, что на их хосты выпадут отсюда? Не выпадут. Будет обидно. Нет, там выпадет, скорее всего, плащ. Кастерский. Не выпадет он тебе, не выпадет. Кому мне? Мне в рейде нет. Что на надо? Ну и нет. Сегодня день плащей. Штаны это не по-пацански. Штаны за 40 гривен надо. Ровные пацаны штанов не носят. Как говорится. Базар. Они, да, согласен. А в чем ты ходишь, блядь, в трусах, нахуй? В лабутенах, сейчас конкретно. Блядь. В термоштанах. Самые реальные шаровары для денег. Реальные шаровары для денег в натуре. Мне похуй, я ношу подштанники и джинсы. А надо шаровары. А какие джинсы скинем? Обычные заровские штаны, джинсы, блядь. В Заре знаешь, как много видов штанов? Блядь, обычные джинсы черные, блядь, все нахуй. Ладно, доебаться. Вот эти из GTA, джинсы рабочего. Ты доебаться решил, да? Ну, я думал, там зауженные кинем. Не, брат. Чисто по глине, да? Мы в школе типа с зауженными джинсами с подкатами пиздили, блядь. А ты хочешь, чтоб я пиздил? Да я вас получал, сам нахуй? Всех там пиздил. Да сиди там давай, блядь. Сзади он тарится, нахуй. Зауженные это классика, это чё, ёбан, я, что? Я ж не сказал, что я именно в Заре их купил, брат. Возможно, они секонд-хенд, аж понимаешь? Тебе чисто дед отдал, ты такой, ну давай возьму тогда, гонять буду. Ну давай, еще подожди. Мне дед пытался свою куртку нахуй зимнюю впарить, блядь. Так что нормально все. Лево свечка. Нет, мне дед дубленку подарил свою, вообще четкая вещь. Бля, там... Там в маг... Я, короче, вчера в Nike ходил, такие новые Джорданы завезли, там коллаборация у Nike новая.
Ебать, такие красивые, сука, но они 8 тысяч нахуй стоят, меня жаба давит 8 тысяч отдавать. А сколько 8? У нас? Ну я не в рублях, я в гривнах говорю, мужики. А-а-а. Я думал, в рублях нихуя себе дорого, что? Мы будем захиливать, не, ебать, чё в рот, нахуй. Я ж не знаю, будет его хилить. Ты шо там, блядь, накурился? А ты? Нет. Грибов нанялся, я понял. Грибник. Пиздник. Что за хпс такой вялый, а? Так, блядь, хули. Хилы моча. Хилы моча, хилы... танки моча, нахуй. Хилы пальчиком. Мне кажется, нам пизды даст, нахуй. На следующий раз. Хилы просто пальчиком в попе играются, вот и все. Я понял, нахуй. Интересно. Бильярд играет, да? Как будто что-то шаришь по этому поводу. Да, как будто разбираешься в этом. Ну, у меня ж не зря хулипал есть. Ну, я понял. Шарится, да, там, в попе? Одной рукой в попе, блядь, другой. Другой рукой свет небес нажимаешь. Погонял он в районе ковыряха, да? Ковырялка. Ну, так потом уходят люди с гильдии. Просто слушают, что за хуйня. В натуре, блядь. Ну его нахуй вообще, психика травмируется. А потом, почему у нас девочек нету были в гильдии? Вот почему. Не, вот у Вилаша есть. Это наоборот их притягивает, а чё? Притягивает? Всякая хуйня пошлая, да? А там уже у Ностикса сгорела пельда, мне кажется. Так девочки откуда... в душе ещё более пошлые. Ну ты вот именно. Нет, я бы поспорил бы, конечно. Ну раз. Блядь! Ничего, блядь. Чего, блядь? А вдруг у Вилаши тоже есть хулипала, и она тоже как бы... Подхилит, да, чё? Подхилит, чуть-чуть. Флешками. Что, Геру надо? Ну мы еще раз, я захожу, хули. А, понял. Хулипал. Ром, как выйдешь, скажешь мне, ой, хорошо? Ой, ты умрёшь. Ну я хули стак в конце обновлю, блядь. Да, я походу умру, блядь. Пиздец, блядь, хиль. А может и нет. Бич. Не, ну умрёшь? Умрёшь, 100 хп накидываешь себе. Я себя захиливаю, блядь. Рам, ты вышел? Да. Слева дохуя подавите. Да дохился ты уже, сука. Блядь. Заебала тварь тупая. Смотри, штаны падают, отвечаю. Жезл выпадет. Не, нихуя. А не, зачем? Дурочка, дурочка. Штаны, смотрите, штаны, штаны. Да, блядь. На тапки что тебе. Ты слушаешь? На тебе танка шмотно. Хуя, бля, ботинки чисто зимние. Не, ну ботинки пиздаты. Чисто галоши. Шея. Блядь, шея танковская. Шея, да, неплохая, с меткостью, но... Пиздец, хорошая. Ой, это. Ну да, расскажешь. Кстати, сегодня сделал шею себе, но танка... Там меткость с мастеркой, кажется, была. Ну, вообще отлично. То есть там она, ну, жестко очень. ТТГ тапки, ну, вот эти хорошие. Меткость с мастеркой. Каратреса потом глянь, шею так. А там меткость есть? Да, на тапках, да, есть. Не, я про каратреса шею. Чекну. Ну там мастерство, мне мастерство не надо. Но блок счетом, конечно, нормальная тема. Ну да, ребят. Хотя пойдет мир дробитель, нормальная, кстати, вещь. 100 мастерки, нормально. Я думал, без ГП будет, мне не надо. Без ГП здесь ничего не буду. Здесь же цены фиксированные. Ладно, понял. Правила не читают нихуя люди, бля, я понял. Я забыл просто. Потом кликают. Кто следующий на шею? Если не найдешь, отдашь мне. Пошли, заходим. Мастера нету. Полученное исцеление. Войд. 81% Войд захилил. Ворохель. Я тебя захилил 26%, блядь. Ой, я полтора помогал вам.
Чё, блядь, не надо никому, что ли? Я охуею. Распылить! Сожрались, пиздец. Ну давай на Захана ещё заберу. Хочет. А хукмастер выше был. Тебе надо шея? Хукмастер? Вы что, кого ждите? Она за ГП идет. А то сейчас дайте, подай. Ты ответственно, дай. Блять, ебучие ДКшные черви. Петы. Бомжи. Не черви, а петы, вот бомжи ходят. Что, свейдили или что? Ну, возможно, не знаю. Не, нормально все. А, ну и все. Бомжей не трогай, блядь. Давайте там бомжей ждите уже. Ну тут 14 кхп восстанавливает, нихуя себе. Че, катрисию спектр? Не-не-не, 14 кхп восстанавливает бичи, а бомжи ничего не восстанавливают. Ну, а, так нет, бичи наоборот, это орда бичей. Бичи это вот, это когда на синдре падаешь. От притяжки. Бомжи тебе букет приносит просто. И нехороший букет. Вроде не скинулось, нормально. Ну идем. А чё у нас три танка, я не могу вкурить? Или... Сказал хукмастеру, та, спекнул. А, наверное, в танке да. Был. Там холидрин спекнулся. Шестой хил надо нам на синдре, нет? Я что-то не помню, блядь. Надо, надо им. Надо. Да, точно. Ну это шея заебись. У ДК приоритет больше на меткость идет. Это на ДК топ шея. Почему у ДК приоритет больше на меткость? Ну, потому что... У него заклинание, потому что, ну... С меткостью. Руник он проблема. Идет, руник он идет, всегда попадает, а все остальное там столько грани дает. Ну это в Т4, в 4 кусках. Приоритет на меткость идет. Ну лично я собираю через 315 рейтинга и 2 таланта в этой болезни, которую меткость дает 2%. Вот это получается магическая 12 плюс 2 в талантах, плюс 3 в рейде дает ШП или сала. И получается нет промахов. ОПшкой. Ну это уже по цели, на которой баф есть на плюс 3 меткости. Больше смысла нет. Ну и меньше тоже хуево, когда промахи идут ОПшкой. Вот тут уже синдру взять, если с пула 2 промаха прокнет, то может срыв быть в рейд, а там дыхание скоро. У меня такое было. Поэтому я стал собирать нормально. Я, короче, видел вайпы из-за того, что меткости не докап. Хоть оно и один раз из 100 случаев бывает, но вайп это вайп, это хуёво. Что? Пожалуйста, какой свободный. Ну иди сюда, я ж не побегу к тебе смотреть там. Когда эта комната нахуй закончится? Нахуя вообще эту хуйню придумали, этот ивент ебучий, блять? Ну чтоб весело было, блять. Ты весело? Нет. Охуеть, блять! А чё там за ивент? Ну почему души тут фармились, а так хуйня? Так и тут души ж не фармятся, не? Вот нет. Почему, вот почему мне единственный инст нравится, это Икана. Нету трэша. Трэша нету, вообще заебись. Просто боссом хуять. Там трэш. Переданом вам. Я бы, знаешь, как Ульдуар хотел бы, чтобы выглядел, чтобы там сделали этот вот поезд, который к Мимирону везет, чтобы он в круговую по всему инсту вез, короче, привозил чисто к боссам. Это станция Мимирона, это станция Фрейя. Выходишь нахуй, и там чисто босс стоит, пизды даешь, блядь, дальше в поезд. И уезжаешь, да, на поезд? Да-да-да. Мне надо было игры придумать. И боец, служитель, да, я понял, блядь. Ну все. Хукмастер, завязывай бегать, Триксиду. После 10-го вайпа поезд заебет этот нахуй. А чу-чу. Не знаю, на Дренор играл, там вообще на поезде битва с боссом была.
Ой, блядь. Поезд движений, там битва. А чё это такое вообще? Шо это было? Это же было не битва с боссом, это же подземелье было. Ну да, ну там босс же в конце был. Ну да, там и не один даже. Ну, да, там есть. Так, давайте бичи умирать не будем, с первого раза убьем ее. Потом ты проснулся, пришел на РТ. Что было дальше? Хороший сон был, да? Сон был классный. Жалко, на РТ так нельзя. А пришел, все с первого раза падает, такой, ух, хорошо. Ставлю рыбу. Ой, бля, я думал, уже все синдал. Саня, просыпайся, ты обоссался. Ой, ржан, бля. Воид будущим живет. Тащи, думал, уже все там кое-что. Перья надо менять, да? А дерево и ветки, бля, листья надо сменить. Шерсть, мех, перья, ну, кора. Листья рыжие какие-то. Кора. Кора дуба. Да, зима кончится, можно дерево это менять. Смотри, я бегу, а волосики назад, нахуй, видно, да? Хуяк. Лобковые? Да. Какие наивные. Как назад, ни одной гильдии X4. С волосиками назад. Да. Так она много где есть. Название это. Те же челики, наверное. А посадился она мне чаще всего на глаза попадалась раньше. Похабаем сначала, ребята. Рыба стоит здесь еще, блядь. Бля, не пропускай по дракона по рыбе. Ёбаный, он затопчет. О, нет. Теперь оно испорчено, блядь. Хвитя дед, блядь. Всегда мечтал сказать. Ладно, то, что дракон прошелся, а то, что вчера гном жопой там сидел, то похуй. Ну то, конечно, блядь. Ну, чисто. Ну, да, во-первых, не гном, а дворф черного железа. Нихуя. Одна хуйня. Не... А там еще, по-моему, медведь тоже это. Негр, ебаный. Убегаем? Мелкий Обема там сидел. Мелкий прям. Обема, блядь. Что, мы синдру сразу вали, мы убегаем? Убегаете, блядь? Ну, типа, я так не привык. Не, можно, типа, если вы крутые? Козёл. Где-нибудь хоть знает как. Голубцы, зачем вы сюда разъявились? Голубцов, пожалуйста. Так, рыба там стоит. О, да? еще и коты, блядь, лазят по рыбе. Пиздец, нахуй. Бля, тыкнуть не могу, отойдите. Нормально. Короче, тактика. Кота кастрируем. А где на стресс? Короче, тактика такая. Бьем босса. И бьем босса, короче. Кто умирает? Все делаем, как в прошлый раз. Да. Если как в прошлый раз, тогда я пойду почилить. Если в прошлый раз, у нас кто-нибудь сегодня уйдет, нахуй. Я вам сразу скажу, у меня полтинник уже стоит на макросе, я готов, блядь. А, стоп, шестого хила кто спекнется? Или Катриси, или Хэла? Лучше, конечно. Да, раньше, давай я. У Катриси, а какие 4 рду, ты что, угораешь? Так что, 4 рду, давай я. Да, так кто спекнется? Хэла спекнется. Так, давай, тогда я тебя закину. Пусть Катрисия спекается, что такое? 4 ядро. Ультрадру уберу, блин, отсюда, чтоб ты нам тотемчик ставил, если что. Вот так вот, заебись. Шо тебе? Сопрот. Ну да. Бидон есть? Если бидон есть, берите бидон тогда вместо меня. Блядь, ну это пиздец. Ну он лучше похилит. Ну. Чё ты хульдринг хотел? Спрот? Блять, тут кидаю. Кого обменять, чтобы ты добил? Близан есть. Не, ну сейчас я шестым хилом иду, короче. Лучше его взять. А чё? Я... У меня Т10, как бы, я чисто на подхиле, я много не нахилю. У тебя лич убит на Хэла? У меня Хэла, все закрыты. В РДД идет, алло. У меня все закрыты. Я говорю, что его надо в РДД оставлять. А кого убирать чё, тогда, блять? Здесь так нормально. ДЦ убирай, ДЦ убирай. Какого ДЦ, блять? ДЦ нужен, блять, будет. Да, ДЦ, ну, я почти без нас есть. Чилить захотел, блять. Да, да. Да нихуя. Хуй ты угадал.
Все, я тпшусь. Будет маленький ДПС, не дай бог вайп, нахуй. Ну, имейте в виду, блядь. Сразу Хэлла придет. Маленькие ДПС и пойдут отдыхать, блядь. Все, я ТП сделал. Угу. Маленькие ДПС и не только, да? Сколько мы боссов? У нас Лана, Валя, Синдра и Лич. Так, эти 300, это 400 нормально. Так, призом давай в хила. Смотри, призом, ты не забывай. Рыба, вот она. Отойдите, медведи вот эти все, тигры, отъедьте отсюда. Это, ты не забывай призом волну давать, там, когда будет в конце танки меняться, не забывай вот эту хуйню. Какой склеп, куда ставить? Все в звезду что? Склепы ставишь. Вот тебе простое понятие, блядь. На взлетке 6 глыб. Одна перед звездой, вот для гусей не понимающих, чтобы танку словить босса, вот сюда ставите склеп. Это на взлетке 6 склепов ставится. Один в ромбик, один в кружок, два лево, два право. Все, блядь, простая математика. На третьей фазе, когда босс уже не взлетает, все ставятся звезду, когда в сторону вам скажут. Все, больше нихуя понимать тут не надо. И освобожденку не взрываем, да? Кто взорвет освобожденку, пизда вам, блядь. Миллион ГП, блядь. Все, пошли. Отлично, сделаем это. Только главное, чтобы ромбик и кружок двойной дамаг не получили. Тоже смотрите на расстояние, блядь. Первый синдром. Тогда всем кастерам, нахуй, сразу ничего миллион. Ничего не понял, нахуй. Да и не надо ничего понимать, блядь. Как-нибудь справимся. Похуй. Смотрим глыбы. Ебать, Бэт Фокс, нахуй. Ты что, нахуй? Ну, успел он. Пиздец выкинул ее. Ты в глыбе? Тебя выкинуло, да? В курсе, да, что глыби вот это четвертое, и надо их разбивать. Что-то не вижу, что вот быстрее разбивать. Ультрадру и ресарианти. Встаешь? Или что, его тоже выкину? Рианти, ты тут, не? Ну, рез по нему прошел, значит, тут. Лёха, здесь вроде есть. Лапку дал, там остальные бафы дать им. Беги, малышка, беги! Ну, рарнику потом отниму, на автомате уже кинул. Мэтт Фокс сдох. Мэтт Фокс не сдох. Мардаунт. Мэтт Фокс, Мардаунт, резай прям сейчас, быстро. И быстро вставай. Блядь, да хули вы вдвоем налево, бегаете? Этот направо. Баф, там соображай по себе, ману резай об глыбу. Вот. Ёбаная мышка, нахуй. Ч
Чё, приземлилась, что ли? А чё фуловые глыбы стоят? Освобождёнка на трёх хилах. На четырёх даже. Пиздец. Мы Фокс и Ультрадру работаем в полную силу, блядь. Прям маны не жалейте, нахуй. Разъёбывайте там всё. Чтоб прям, сука, Вилашу захилить на фул. Давайте два друида. Вложение будет рост. Шэдоу, блядь. Давайте переводим быстрее. Да, можем успеть, кстати. Вставай. Перевели. Первую звезду сразу разбить. Не стакайте сейчас. Забрала Юля. На, ну, танков на фул. Танки меняются. Освобожденка на ультрадру, на вардауте и мне. Остальные три хила работаем. Шадоу на хп сдай. И выбежишь с рейда скинуть эту хуйню. На фул его держите. Вилашу, Вилашу на фул. Пиздец. Сейчас ждем притяжку. После притяжки глыбу разбить, следующую туда же и разбиваем. Забрал, уходи. Сука. Не заморозьтесь, там лишние только. Полидринка на фул. Разбивайте. Там их две, что ли? Быстрее разбивайте, время идет. Быстрее, сейчас следующая полетит через 2 секунды. Вот, быстрее, быстрее. Все, следующую туда же. За дубовую нажми, на фул захилься. Разбивать. Да заебала нахуй. Забрал. На мне мы Фокси Мордаун, у тебя остальные три хила работаем. Ультрадру. Ставь, ставь звезду. Куда ты бегаешь зигзагами? Звезду. На нахуй. Сука. У тебя что, блять, жизни цвета на панели нету? Я даю гимн. Давай. Следующую звезду будет и притяжка, Вилаша. Рианти на хп, Рианти на мордаунт, это... Сейчас подохнем нахуй. Кого-то притянуло, там бегите. Еще и сил. Разбивайте. Упал. У меня БР есть. Так, поднимай. Убегайте. Мордаунта, поднимай. У Катриси тоже есть БР. А ты Мэтфокса поднимай. Помогите похилить нахуй, ну это, кто-нибудь там, совы, я хуй знает, сдайте что-нибудь. Разбивайте. С освобожденки фул стоим, блядь, по три хила, блядь. Лидринка не проебить. Ну все уже падать. А, хуярит-то откуда так? Не скинули, что ли? Не скинули, у вас глыба умерла. Ультрадру это пиздец. Сколько на тебе освобожденок был? Ну-ка, линканите есть посмотреть освобожденки. Вот Фьюри 7, Мордаунт 5, Троуды 4, Ультрадру 3. Ультрадру, что за хуйня? У тебя ХПС говно какое-то. Хэлла, заходи. Ультрадру тут нехуй делать. Мы так не вывезем нихуя. Заходишь? Я на месте. Давай, портуйся там куда-нибудь, хуй знает. Мы так не выхилим. Так, давай с Хэлла похилим. Вот Фокс тоже в хиле остаешься. 6 хилов.
Да когда, ну, я не знаю, блядь, освобожденки нет, надо хуярить, пиздец. Глыбу ты несешь, на те глыба нахуй, на стакай, носишь жизнецвет. Быстрое восстановление КД было, что ли? Жизнецвет настакиваешь, блядь, и блядь, разъебал, и никто не помогает, нахуй, ни рарник, ни флешка не подхилил. Ну, я не знаю, нахуй, надо, я хуй так знаю. Так рарник вылетел же, не? А, точно, рарник вылетел. Так. Чат замес попал. Получается, вайпы за рарник. Так, почиль пока. Ты рарнику там ГП отними. Я отнял, когда в глыбе был. Шкаф, сумон. Есть сумон. Ультрадру, это, бля, не знаю, статов мало у тебя. Вот глянь сейчас, сколько у тебя... сейчас я открою магия. Доп лечения посмотри. Ну и доп лечения сколько у тебя? И хосты сколько? Чекни эти цифры. Блять, вроде ты должен хуярить наравне, типа, ну это хуйня какая-то, ты что-то не то жмешь. Надо раскладку смотреть, чем ты хилишь. У меня хосты на 100 меньше и на 100 СПД больше. Хуй знает, что-то не то нахуй. Может какой-то это не... Умножений мало. Ну вот видишь нахуй. Какое-то хуёво у тебя что-то, блять. Три освобожденки и ты, блять, в дне, блять. Короче, надо менять что-то, потому что, ну, ты не подходишь под контент, нахуй. Надо тебе еще, блядь, почилить пока. Смысла проходку делать нету. Так что, другой раз. Тукмастер. Инту обновить. Мастер там готов, не? А, вот все готовы. Пошли, запускаем. Ой, некромантика, блин, дай. Некромантика, дай. Я СС. Тебе давал уже. КД пока. Хорошо. Сколько КД? 4 минуты. Откатится по мне, дашь сразу. Хотя нахуя? Ладно, похуй. Гляди, не сдохли бичи. Бичи не сдыхают. Они подыхают, да? Господи, успею ли я? Ну сейчас смотри, ГПшка будет. Ой-ой-ой. А Глашу рез надо. У кого БР есть? Или холидринг замени. Холидринг словит. Я в глыбе. Ну в какой? Давай. Быстренько. Левая, правая, где быстрее говори. Слева вторая, ближе к центральная. Центру. Подбивайте слева. 14%. Я хуй знаю, типа какая нахуй. Ну я не знаю, сейчас босс в рейд пойдет. Отводи. А, моя типа фловая просто, да, самая правая? Да, что-то. Хуй на тебя. Я понял. У кого БР есть? Прием. Ни у кого. Ближайший у тебя. А не, у Мэтфокса. Мэтфокс. А он лежит нахуй. Как дела, Мэтфокс нахуй? Ну значит у тебя ближе. Ну все, танкуем так. Срифагра. Ребята, смотрите, блять, Woman, пожалуйста. Босс стоит пиздец, конечно. Ладно, похуй. Ну вот у меня Omen есть, там холидринг первый, на сейчас вот Хокмастер 112, Invisible 113 и дальше Рианти 110.
Глыбы подбиваем, блядь. Фуловые стоят просто. Как дела, блядь? Их 6 штук, сука, фуло. Алло, нахуй, глаза раскрути. Третья падает. Третья, прием. Потом будет последний. Видите лево, нахуй? Глыбы ставлю метанькие, блядь. Фуловые, блядь. Как дела у вас? Бля, и похуй, да? Нихуя нельзя сделать. Ой, сука, просто нет слов, нахуй. Хуярьте сильнее их. Сильнее, сильнее, центральную. Вы чё, Синдру убивали всегда нормально, какая-то залупа началась. Ой, 8 секунд, я БР. Угу. Освобождёнка на хала. Так что держитесь. Так, Иваша, вставай. Встали его по инвизиблу. Фулбаф по Иваше, лапку дал. Остальное обновляйте там, каску, пристабаф. Тут третья звук. Игру крашнула нахуй к мастеру. Понаврот. Так, у кого там будет? Войт один, короче, все остальные хилы с освобожденкой. А нет, вас два. Им даю. СС закидывать? Да, блядь, хуй знает. Значит, ёбаный! Ты козёл, нахуй. Ебать, что вы исполняете? Это пиздец, нахуй. Давайте, глыбы-то бить надо, надо, это, прием, блядь. Подбиваем. Юля, это, словишь. Так, значит, Вадикон, будешь резать Мэтфокса. Мэтфокс? Ну, блядь, Юля, Холидринг, ну что это такое? Ее нету, что ли, или что? Я же говорил, Юля, выходи, слови. Блядь, а что, босса нельзя выровнять? Давай, ну, перебегай через него, выравнивай, как, ну, нормально, чтобы было. Да пусть так стоит уже. Здесь мы же тупые, мы же не справимся, нахуй. Куда метку-то ставить, мы же не знаем. Ладно, похуй. Милики, где милики? Да ёба, она опять кинула. Так. Мэтфокс, эй, ресы. СС. Катриси Бойер откатился. СС дай пока Трисе, пока чиль там все вылетели. Сейчас будет, ну по идее должна быть, вот да, считай ДДБ. А вот нихуя не считает. А вот у меня считает. Он некромантик. Некромантика. Ну иди ставь, ну что ты, ты рейд так заморозишь. Блядь, первого глыбу расхуярки, не видели меня. Разбивайте левую некромантику. Забрал Юль. Хил, хил. Отходите, потом убили. За глыбой стойте, скидывайте стаки, сука, ровно за глыбой. А не право-лево, блядь. Право, когда только скинуть его, будете выходить. Тоже туда же. Shadow Knight, где он вынес? Нет, не вижу. Куда левее, ты, сука? Левее. Ты что, бич, нахуй? Все, успел нормально. Вы что, нахуй? Тугодумы совсем, нахуй? Еще я математику не объяснял, блядь, тригонометрию. Блядь. Юля, стой, еще не скинул. Короче, мы на лестнице стоим, не скидывается нихуя, нахуй. Я Дефайте, не знаю, блядь. Чуть ниже спуститесь. Хули, хули нахуй, я говорю. Нет, да это он просто падает. Близко к ней поставил, предыдущие это все скидывали. Да не в том дело, блять, на рейде стаки нахуй. Ну я тебе говорю, вот Shadow, кто последнюю пизду перед нахуй. Друидом нес, он поставил слишком близко к центре. Заебало нахуй. Вы что нахуй, ну во-первых босса выровнять надо, это что сложно сделать, блять? Мы стоим на лестнице, не скидываются стаки, мы поверх глыбы смотрим, они как-то обновляются по нам. Весь рейд не скинутыми стаками.
про стаки забыли, что это такое, блядь? 5 стаков, у тебя не 15 тысяч дамага, блядь, это 30, нахуй. Это шоты, это глыба, блядь. Ставьте босса нормально, блядь. Что за хуйня? Я не понимаю. Блядь, простой босс, нахуй. Вы чё? Пиздец, ребята, я хуею, блядь. Связывайте с этой хуйней еще лич и РС-ка, блядь. Халион. Мы это все убивали, блядь. И хули урон в глыбы. Ставьте босса, блядь, нормально. Сдвинулся он, возвращайте его. Это критически важно, блядь. Ну, для нашего рейда, да, это критически важно. Здесь мы просто в инвалидов превращаемся на синдре. А у него аура такая, все резко тупеть начинают. Сейчас, блядь, сотку нахуй нарисую с следующего трая, блядь. Быстро поумнеете. Это уже не смешно, нахуй. Убивался босс, никогда такой хуйни не было. Вот то КД и это КД, блядь, я вижу такую хуйню. Я эту хуйню, блядь, только на циркуле в 15 году видел, блядь, такое говно, блядь. Я там насмотрелся уже, блядь. Играйте нормально, блядь, тут торопиться некуда, не надо дохнуть, исполнять говно всякое. Разуйте глаза, блядь, повнимательнее. Камни возьмите, жрите, блядь. Где Седжу? Беги. 2 минуты масла обновляем, блядь. Просто баф обновите по Седжу. Мардаун почти вообще не хилил, да, получается? Не кидал щитки, то есть. Я хуй знает. На нем 7 высвобожденных, нахуй, хуйси. Так, все готовы, пошли, заходим. Вы чё, путаетесь тут или чё, блядь? В звезду одна глыба, этот, в ромбик одна в кружок, нахуй. Вдвоем вместе не стойте, они двойной дамаг вам нанесут, вы подохнете, блядь. Не видите, что ли, синие метки над головой у людей? Первая пошла. Беги, малышка, беги! Минус 2. Здесь. Нахуй. Чё там по БРам? Опа. По БРам, у Катриси БР есть. А на тапках у вас чарка есть? А ближе вы вставали к Синдре? Куда вы тело покидаете, нахуй? Вас просили тело покидать? У Катриси БР, потом у тебя будет. Через 2 минуты. Я хуею просто, блядь, с таких поступков. Нахуя вы тело-то покидаете, ёбаный в рот? Пиздец просто. Нет слов просто, блядь. Это что, по волшебству? Куда ты ливнул? Я что, волшебник? Менять тебя, блядь, во время трая, нахуй? Кто там, блядь, исполняет? Рианти. Рианти, блядь. Пиздец. Весельчаки, блядь. Вы вставали ближе к боссу, чтобы отлететь? Я не знаю, снимайте лаги какие у вас, я хуй знаю. Ну, блядь, как это сказать? Ну хули, получается, мы тут и нахуй и не убьем, нахуй. У одного пинг, у другого тоже пинг, нахуй. И хули тогда, блядь. 24 бить, нахуй. Я вы интересные, блядь.
Че, ну, влево не двигается никак? Ясно, нахуй. Ой, аккуратно справа. На стресс. У меня все еще есть БР, кого БРнуть? Я не ебу нах. Shadow. Shadow, ты лагаешь? Камера двигается, видишь, что делается? И чё, блядь, тебя не резать? Я бьем глыбы. Лежи нахуй, я хуй знает, убьем, нет. Я тебя спросил, ты стоял близко к боссу? Начинал отбегать, когда на притяг? Вот тут у локтя надо стоять, они... Короче, ладно. Хорошо. Ну на месте это пиздец уже, нахуй. Можно, блядь, игру удалять, нахуй. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? У меня 15 кадров, это заебись считается вообще. В любом случае это пиздец, как охуенно. Вообще 30 кадров, да, я бы считаю. Очень много для Вайда. А, ну для Вайда, да. Мне 30, типа, вообще мана небесная, блядь. 70. Вообще в ахуе, блядь, как мы играем. Три тела нету просто. Убить можно, просто, ну, сейчас вот она... Надо все нормально сделать, четко. Что там, уступите? Ну что вы вместе стоите? Ебал, я три блядь подряд. Ты хочешь сказать, у тебя и дальше будет лагать, да? Ну хули, я тоже хз, нахуй. Это вообще кайф, нахуй, так играть. О, зачем разбили? Красавца, блядь, пиздец. Прям в тайминг. Прям в тайминг разбили, ну. Самый хуёвый тайминг. Ну-ка по глыбам, блин, коните. Сейчас, наверное, перебор. Вы когда ливаете с рейда, у хилов багается аддон. Не делайте так. Ты тут, Рианти, слышишь? Ну, с игры уже вышел, вроде. Я Катрися, 10 тысяч урона по глыбам. Как это вышел, блин, реально, что ли? Из Диса тоже вышел. Здесь его нету. Ну, он сгорел, короче, что ты ему просто сотку уже кинул в КПшке. А может, и сгорел за то, что в натуре лагает. Я бы из-за этого сгорел. Ну, как ну, можно сгореть, да, как можно, да. Подожди, сгореть человеку, тот, который заходит, блядь, на лагающем компе, и он может сгореть, как? Не, он ну знает, за такое это ВП, блядь. Он знает, что у него, лагает. Блядь, комп лагает. Ну. Или же они пиздят, что лагают, да, конечно, пиздят, но для КП снимали, вот я об этом думаю скорее, если честно. Сервер не лагает, это стопудово, но... Может, у него этот лагает, да, как он, блядь, провайдер, ну?